Уважаемые рассказовцы, до окончания этого сложного для всех нас года остаются считанные дни. Наступает новый 2021 год. И, пожалуй, как никогда в эти предпраздничные дни всем нам хочется верить в лучшее. И что следующие 365 дней будут лучше, позитивнее. В то, что все тревоги и напасти останутся в уходящем году. В эти дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и каждую семью. Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое – это тепло, понимание и любовь. Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть 21 год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит мир, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. Счастья, мира, благополучия вам и вашим семьям.